Катаем потихоньку. Вот такая вот очередь собралась из машин. Сейчас поделились на группы по 15 человек. Катаем по 15. Морозец легенький стоит. Моторы крутятся. Послушайте звук. Ну, не прекрасно. Такая красота, просто пипец. Всем привет, друзья, всем привет. Разгон осуществляется у нас с горочки. Гоняем потихонечку, полегонечку. Сейчас, короче, убрал из тачки догруз. Попробую без догруза, потому что что-то с ним как-то не алё. Здоров? Нет. Где-то вот там вот в очереди я стою. Где-то вот там. Очередь большая. Народу много. Все хотят покататься, потренироваться. Вот так вот потихо тренируемся, катаемся, вкатываемся. Честно говоря, пока вчера более-менее все было понятно мне и в целом получалось, сегодня вообще все мимо кассы, непонятно. Держак вроде остался, все вроде хорошо, но почему-то не все, конечно, мимо кассы, но мимо кассы. Так что такие дела, такие пироги. Постановка в никуда называется. Просто, не, точнее, постановка в ни о чем. Ну, вот так. Но на самом деле я пока не лучше ставлюсь, если что. Я не говорю, что... О, сейчас Макс Гроссман вторым отработает. Вот это должно быть интересно. Поставился, андерстир, все дела, борщ, котлеты, мясо, как хотите это называть. Как хорошо машина едет. А, нет, стоп, другая. Нет, Маша. Это Маша была, а у нас еще есть четверочка тоже, белая, лютая. Вот она, следующая едет. Хорошо едет. Дамиру фонарь, да, поправили. Все в порядке. Вот это хорошо, да. Вот это прям четенько, смотри. Смотри, смотри, смотри. Оп. И туда. Неплохо, неплохо, да. Приблизительно вот что-то такое надо показывать. В общем, двигаемся на таких движениях. Вот такая вот история.